Сегодня это является объектом культурного наследия, который занесен в государственный реестр. И давно уже на протяжении долгих лет не проводился текущий ремонт. В связи с чем деревья, которые разрослись, самосев, частично они упали на эту ограду, была нарушена геометрия самого ограждения. Ну и кроме всего прочего, подвергался вандализму, то есть были вообще попытки демонтировать эти пушки, ввоз на металлолом и так далее, и так далее. В связи с чем вместе с жильцами, с ОСМД, которые, вот должен отметить, что очень тщательно и очень заботливо относятся к тем объектам культурного наследия, которые находятся вот непосредственно рядом с ними. На основании заявления как бы жителей мы сделали осмотр, составили акт осмотра этого объекта культурного наследия, и было принято решение о проведении непосредственно текущих ремонтных работ, ремонта реставрационного, так скажем. Этот пункт был включен в городскую целевую программу, поддержан депутатским корпусом, и в прошлом году как раз были вот выделены непосредственно деньги на проведение вот таких первоочередных работ. Целью работ как раз ставилась демонтаж деревьев, которые непосредственно разрушали этот объект культурного наследия, восстановление геометрии, зачистка непосредственно самого забора, который многолетними покрасками уже, естественно, утратил свой первоначальный аутентичный вид, укрепление фундаментов. И вот эти работы все были проведены, закончены. Закончены они в этом году, поскольку необходимо было принять решение о демонтаже деревьев. Это достаточно серьезный вопрос, который связан с экологией, ну и плюс погодные условия. Но сегодня, я так думаю, что мы видим уже абсолютно ровный забор, видим всю артиллерию, которая восстановлена. Были восстановлены некоторые элементы ковки.